Всем привет из Карелии, из поселка Пряжа, да? Пряжа. Вот. Как поняли из названия, сейчас мы вам покажем сравнение конвертогибы. Вот есть вот такой вот, это Ярославский, есть РАУ. У одного цена 38, у этого, у РАУ, а у Ярославского на данный момент 12, но может быть дороже через пару дней. Я не знаю, это вы узнаете по описанию, пройдете в описание. Там будет контакт, телефон, номер телефона и будет ссылка на Инстаграм. Кто делает эти раупайки, местно, отечественные, скажем так. Вот, и сейчас мы вам покажем их просто в сравнении на металле. Сейчас камеру переверну, и Володя будет поочередно и мигнуть. И посмотрим, есть ли какая-то разница. Ну, я хотел бы сказать, конечно, про них. Купили мы не так давно его. Уже погоняли неплохо с ним, поработали. Отличий великих от РАУ, допустим, я не вижу. И по цене, конечно, приятно радует. Это немаловажно, да, для монтажника. А в каких-то моментах даже лучше. Даже лучше. В некоторых моментах. Ну, на мое мнение. Там, конечно... Каждого мастера свое видит. Давай, досмотрите до конца. И в конце мы подведем итоги по этим двум инструментам. Так что смотрим. Так, я буду снимать. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы хотим сделать здесь два треугольника, чтобы сделать, да? Ну, конверт скрутить. Пыхнуть, да, сделать такую вещь. Ну как, условно конвертик такой под 90 градусов. Ну, можно даже чуть подвалиться. Я уже забыл, 150 взял. Здесь тоже возьму 150. Не сильно сложно сделан такой. Раз. Здесь мы возьмем то же самое. 150. Металл взяли самый грязный с отходом. Ребят, снимаю на телефон, камера до сих пор в ремонте, вот, петличка забыта сделать в Новгороде великом, поэтому вот так вот. Как-то так, да. А находимся мы 400 километров от Питера, то есть не вариант приехать и вот так вот просто взять и снять, поэтому как можем, так и снимаем. Еще вот надо же снять вам этот объект. В следующем ролике, чтобы вышел. То есть снимать я, наверное, буду сегодня, но если посмотрите, какой ветер по деревьям дует, вон, видите, как клонит. Возможно, будет с ветром. Ну, что сделаешь? Так, расслабим, наверное, конверт, да? Чуть-чуть уберем, чтобы он не торчал для красоты. Значит, вот так и не сделаем. Ты что, к этой клиничке привык? Нет? Той. К этой? Да. Очень удобно. Очень. Во-первых, тут градусы можно иметь, да? Ну, плюсов много. Надо нам градус. Мы взяли. Цак, цак. Пользуемся как мало, там сам нет. Так. Что там склеился, отработает. Можно вот реально градусы вымерять. Пришли, взяли градус. Хоть такой нам надо угол. Все, мы вымеряем любые углы. Да, то есть вымеряем угол, смотрим, куда приходит, да. Запоминаем. Да, как малка, очень удобно, 2 метра длина. Как бы рекомендую такой пользоваться, это реально хорошая вещь. Так, и дальше поехали. Значит, у нас ситуация какая. Ну, это мы сейчас прогнем, первым проведем тест, сделаем полоску. И прогоним сначала РАУ, потом прогоним представителя его, такого же. И посмотрим, есть ли косяки или в одном, или в другом. Ну, мы знаем, что косяков нету. Поэтому ролик и делаем, что... А что мы вам скажем в конце, как я и сказал.
Пеликаны почистил, что ли, да? Нет. А какие пеликаны? А? Потер. Ну, как будто они разожавели, и ты от ржавчины стирал. Нет, они просто много режут. Взяли мы полимер самый дешевый, практически без лака. Это гарантия, если не ошибаюсь, у него. До 20, по-моему, пишут они. У полимера? У вот этого полиэстера. У него кажется там год гарантии. Год гарантии. Это который идет 0,5 идет, у него уже там 10 лет гарантии. Короче, говно полное. Да, дешевое. Поэтому вот он пока вез. Это вот делает на бюджете. Пока везли, он поцарапался. Ногтем можно поцарапать, да. Поэтому мы и тестируем. Значит, давайте начнем. Раву возьмем, попробуем. Пэкнем его. И до конца, да? Здесь чуть. То есть практически 90. Гнет. Обратно. Что видим? Незначительно. Незначительно есть. Вот потертости. Царапина есть. Вот, видно, да, видно. О, вот они. Немного. Ну, гнет точно, все классно, как бы. Да. Претензий к этому устройству никаких. Незначительно. Это просто металл такой. И то же самое мы сейчас выполним. Здесь все четко. Угу. И посмотрим. О, а здесь такого нету. Здесь такого нет. То есть уже можно сказать, что вот они, допустим, отрау. Да, на вот самых отрау. Нежных покрытиях. И здесь вот, допустим, его представитель. Да. Дешевле. Строго, качественно выполняет свою работу. Да, ну и хочу, конечно, про него сказать, что он даже в руках, ну, видно, что он сделан аккуратно, с любовью. Да. Человек старался, товарный вид есть, то, что он выполняет. Ну, он даже лучше тем, что у этого есть тут вот такая вот шпилька, да? Это подтягивать, если что, если ослабится пружинка там внутри, то для можно поднятия ножа. Да, можно подтянуть. А здесь такого нету. То есть это уже, можно сказать, модернизированное. Так, теперь возвращаемся к нашей детали. Сейчас мы сделаем гиб и попробуем сложить конверт. Так что, да. Поехали. И этим инструментом, и тем тоже. Все операции делаем одинаково. Наше видение вот так где-то. Сначала мы подготавливаем надлом, не до конца. У нас здесь второй конверт будет делаться, правильно? Нет, еще. Вот тут все будет. Один. А мы один сделаем, нам хватит. Так, и сделаем сейчас дубляж. Давай посмотрим этот, протерем, покажем, что все строго точно по линии. Вот это не царапина, вот это вот не царапина, это как будто карандашом привели. Работаем. Харабай.
Храба это казахская, да? Слово. Храба это значит нормально. Теперь надо просто конвертер завернуть. И все, такой вот узел получается. Как бы качество выполненных работ, я думаю. Да, давай поближе покажем. То есть вот можно ее, то есть этот конверт по сути, если труба, то он к трубе становится, не заворачивается, если может, примыкание. Примыкание, то есть если надо, можно конверт сюда подать дальше, вот, ну как бы вот сюда вариантов завернуть, сути, да, да, дальше, вот. Ну, надо еще теперь этим сделать, рау, нет? Где это? В принципе, мы можем вот этот что-то. Ну да, 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 да. Все. Давай сделаем, то скажешь, ну да. Давай, давай. Да можно так, чисто тупо на глаз. Нам самое главное, что понять? Надо понять этот, как его. А, как они гнут. Там размеры, все такое, это уже такое себе. У нас тут еще есть, пока Володя чертит, есть, ну, этот мы уже проверили. Это мы просто почему взяли Урал, чтобы на Урале попробовать. И вот еще есть кусок алюминия. Еще на алюминии что-нибудь сделаем. Ну, тоже что-нибудь такое, слишком не будем. Давай, придержу. Мне кажется, вот этот раупэк лучше тяжелее выставлять, чем тот, нет? Тебе не кажется? Ну, он просто потяжелее чуть-чуть. Придержи, пожалуйста. Кстати, вот гнули маленькие такие, ну, конверты, 60 миллиметров, но ощущения даже такие, что не обязательно, допустим, этот мини-пэк иметь, да, маленький. Да, да, да. Удобно, на самом деле удобно, даже он выполняет, так что без проблем. То есть то же самое, что и с этой стороны. Давайте на солнце попробую показать. Вот это сделано нашим раупэком, ну, в смысле российским. Вот. А это рауты, чей интерес? Не знаю, короче. Хотя зубугорным. Вот. То есть одинаково. Одинаково. Вот. И давай, наверное, что, алюминий так же, как с полиэстером, полоску отрежем, да, так же погнем. Вопрос. Чтобы попроще, чтобы ничего не придумывать. У нас полимер здесь. Да, да. Да, небольшой, может, что-нибудь
Коробочку какую-нибудь сделать, оставить кусочки. Коробочку? Чтобы не сильно. Вон, вон. Как что-то зовут? Как зовут ты его? Борщ? Борщ? Полкан. Полкан? Возможно. Что там, Дениска собирается? Дениска скоро будет в карьере, приедет шалаши строить. Скоро? А когда скоро у него начинается? Дениска, ты когда? Напиши в комментарии, когда ты там в карьере собираешь шалаши тут крыть. Мы скоро уедем, пока он приедет. Но. Приедешь, хоть получим тебя немножко. Вебинар можем провести. У нас алюминий, полимеры, с этой стороны здесь чисто. Так, ну, я не знаю, эта сторона давно не так интересна, как та сторона, царапает от меня. Ветер сильный. Четко гнет. Надо выходить на солнце. Четко, без царапин, без ничего. Аккуратная сторона. Потечет. Вот. То есть, вот. Краска. Осталась немножко краска. И все. А так ни царапина, ничего нету. Вот, и рау то же самое. Я думаю, наверное, лицо не обязательно, но не сильно интересно. Сейчас интересно царапать для обратной стороны. Здесь ох, ни хрена себе. Здесь травмы пошли. Может, ты просто неаккуратно? Давай еще раз так, куда, в другую сторону. Поаккуратнее. Нет, давай я вот так положу, прям, чтобы он не шевелился. Давай. Ну, чтобы не было у нас движения, я так вот аккуратненько заложу. Продавливаю. Аккуратненько поднимаю. И вот они, коцки все. Да. Вот они, коцки. Давай так же там тоже заведем и тоже сейчас промнем. Прям да. Неожиданно. Так. Распиваем. И здесь чисто. То есть вот. Вот рау. Видно, да? Вот она. А вот российский производитель. Чистота. Ну и сейчас будем подводить итоги. Ну и вот вы все сами увидели, по сути. А вот. Вот они, два испытуемых. Это Россия. Это Раум. Это за рубеж, короче. Вот. То есть вы сами все видели. Мы ничего не придумывали специально, ничего не гнули. Просто мы когда были в Москве у Дениса вот, в гостях, вот, у него траупэк был. Мы у него, короче, отжали его. Мы попробовали у него и отжали. Он в комментариях подтвердит. Вот. И этот. Он говорит, ладно, хрестим, я вам говорю, дарю. Но сделайте, говорит, ну, поиспытайте, поработайте, поиспытывайте, как, говорит, вообще. Ну. Вот мы поиспытывали, и я могу сказать с уверенностью, что, скорее всего, РАУ больше никто покупать не будет, потому что РАУ стоит 38 тысяч рублей, а это 12 на данный момент, то есть 3 раза меньше. Так что каждый может выбирать, но я вот уже могу сказать и рекомендовать, что лучше я бы взял, если бы было этому РАУ-пэк уже лет 7, наверное. Вот. Если бы тогда были эти раупеки, то, конечно же, взяли бы этот. Да? Есть раупек, есть просто пэк, да? Да. Российский производитель. Поэтому вот у нас тоже боец поцарапанный, поштаряпанный, крутится. Да. На благо. Кстати, это я просто привез, взял с гаража и просто привез его для сравнения.
А теперь я не знаю, может продать его тысяч за 25 и купить два таких еще. Вот. Ну, как-то так. Все телефоны, ссылка на Инстаграм будет в описании. Номер телефона будет в описании. Звоните, узнавайте и быстрее заказывайте, потому что сами видите, что на рынке происходит. Дорожает дерево, дорожает металл и, соответственно, и будет дорожать это. Так что все. Всем пока. Всем успехов. Все. А я сейчас пойду снимать объект. Тоже на телефон. Все. Всем пока.